Паша, твои, да? Я вообще там забыл. Побаловались, хорошо, да? Так, это просто нереальный кайф. Вода, парное молоко, выходить не хочется. Миш, хочется выходить? Просто-напросто. Бабушка как тортила черепаха, как залезла уже на часа два. Ну, разве не так? И не выходит. Выходи! У тебя там, наверное, уже вместо ног это плавники выросли. Не, вода действительно. Смотрите, сколько людей на лодках, на катамаранах, на каяках всяких. Людей много. Водичка — это просто не передать. Действительно, как в какой-то купели, как в ванной. Под низом такая прохладненькая, а сверху такая. Да, тёплая. Сверху горячая практически. Солнышко греет. Только-только народ разошелся. Видео я выложил. Танцы тут были. Только-только народ ушел. Вот мы остались. Нас четверо. И Мэрюша там охраняет нашу базу. Сегодня ни одной поклевки. Мы, наверное, слышишь, того карасика отпустим. Миш. Давай сейчас. Давай. Неси, вот там вот ведерко стоит. А сейчас, за... прикинь, только отпустил еще раз. Вот и все, хорошо. Если отпустим, поймаем еще, дедушку, значит. Дедушку и бабушку. Да, дедушку и бабушку. Сейчас, Мишка, возьми вот там в ведерке. Угу. Давай. Мы сейчас будем отпускать карасика вчерашнего. Миша поймал. Братишка, привет. И он поймал путем таких... Лодку пробил, я уже рассказывал. Ну какая здесь все-таки... Офигенная красота. Смотрите, вон. Давай на досках. На досках народ, видите? Отойдет, да? Хотя да, карасик такое. Я даже видео видел. О, Миш, ты видел видео, когда карасю уже все полностью, и жабры убрали? Да, а он поплыл. Да, караси так... Отойдет, да, отойдет. Все, друзья. Мы продолжаем отдыхать, купаться. Опа. Кто там? Это на том берегу собачка лает. Смотрите, друзья, мы тут в таком тенечке здесь вот. Все. Тем не менее, мы на пляже. Два деревца. И мы сюда перебрались. И Мэри здесь с нами. И теща, конечно, здесь. Вынесли прямо сюда все. Пообедаем сейчас. Да, Михаил Юрьевич? Да. Мишенька здесь, все хорошо. 4G здесь. Водофон хорошо работает. А у тебя работает лайв? У меня нет. Нет, лайв здесь не работает. 4G водофон реально здесь просто летает. Wi-Fi. Ну, если честно, я даже не спрашивал. Наверное, нет. Здесь Wi-Fi. Нет, да, Wi-Fi. Не на Дарье, не здесь, но у них здесь 4G вот такой. Да, 4G, Водафон именно. Но это просто летает. У меня тарифный план безлимитный полный, самый. Поэтому я даже не обращаю внимания и в данный момент раздаю интернет. И Миша интернетом пользуется. Да, Михаил? Я сейчас не пользуюсь. Ну, а вообще ж пользуешься? Ну, да. Все, короче, пользуются. В общем, мы сидим, отдыхаем. И Мэри с нами, смотрите. Вот она. Подруга дней моих суровых. Старушка дряхлая моя. Да? Угу. Сегодня, кстати, праздник. Какой сегодня праздник? Успение Пресвятой Богородицы. Вот. Мы всех поздравляем с праздничком. А завтра у нас очень будут сильно праздновать День Шахтера. Каждое последнее воскресенье лета. Ну, а сегодня просто сидим и отдыхаем. На приватбанк все сыпет. Надо было... А сколько сейчас время? Я только полвторого. Я с утра их залезла, во сколько я вылезла? Полвторого, уже почти два. Да?
А, уже 2 часа. Миша, а вот как мы зашли, вы ушли с номера? Доброе утро, друзья. Ну, у нас утро. Я был на пляжном поиске. Есть видео. Ссылочку оставлю на канал. А вообще, мы на пляже. Есть база отдыха Дарья. Не знаю, наверное, вам солнце в глаза, да? Развернуться не могу. Давайте я так буду боком идти. Или вот так. Вот так. Давайте буду так идти. Мы на базе, на пляже Дарья. Пляж большой, чистый, классный. Главное, что озеро голубое. С прекрасной, чудесной водой. Рано утро. Начало 8, уже люди выходят. Сейчас подойдем с вами, спросим у рыбаков, есть ли рыбка или нет. Воздух, конечно, здесь. Это что-то. Я уже заметил, когда едешь, приезжаешь домой, дышать просто нечем. Единственный минус здесь, смотрите, я хочу вам показать. Будьте осторожны, кто-то придет, особенно с собачкой. Здесь масса вот таких вот колючек. И вот они опадают, высыхают, и просто-напросто босиком здесь не пройдешь. И еще и собака. Вот у нас Мэри, собачка, она бывает, как вот здесь мы не знали, когда первый раз пришли. Она идти просто не могла. В лапки попали эти репяшки. Они до такой степени мелкие, до такой степени сухие, но острые, это вам не передать. Так что будьте осторожны. Вот здесь вот есть такая вот. Вот, видите, сейчас я вам покажу. Я немного прошелся. И вот что происходит. Вот они до такой степени колючие, их больно брать в руки. Так что, если кто-то. На самом пляже нормально. Песочек, все. Вот где мы отдыхаем. Вот там сразу кемпинг. Дальше вот Малибу. Вот. Пляж. На самом кемпинге хорошо, на пляже хорошо. Люди выходят купаться уже. А вот здесь, вот между пляжами и сети, это просто какой-то трэш. Так что будьте осторожны. Это не то слово. Какие они противные. И для человека, а для животных это просто смерть. Ходить не могут собаки. Сейчас отберу и продолжим. Более-менее убрал. Сейчас спросим. Утро доброе. Доброе. Рыбу продаете? Если была, то продадим. О, смотри, вот эта собачка, чтобы она эти колючек не нахваталась. Да, вот тоже. А то у нас и ходить не могла. Отбирали тут столько этой репешковой. Есть такой, он уже на бочину. Ну на бочину-то ладно. Главное, чтобы не под ноги, ибо не сможет ходить. Что, не клюет вообще? Вообще. Стой. Да я тоже вчера сидел. Тишина полная. Сейчас, думаю, сворачиваться стоит. Ни одной поклевки. Вообще. Что-нибудь было? Точно продал? Продал. Ну ладно, ни хвоста, ни чешуи. Сейчас как только раз и все. А то не твой поплавок на этого? На лоб. Твой тоже? И тоже тишина? Ладно. Не клюет. Ну ничего. Главное это отдых. Самое главное. Репехов, смотрите, я вышел уже. Да, так что с этим делом нужно поаккуратнее здесь. Сейчас сходим на наш пляжик еще утренний, посмотрим. Вот пляжик, там, где мы отдыхаем, кемпинг. Тоже рыбачки сидят, сейчас узнаем. Рыбу продаете? Ну как, клюет? Ни одной поклевки даже? Вот то, что я вчера стоял, тоже ни одной. Одну? Не считается. Правильно, правильно. Мы тоже карася отпустили. Поймали одного, отпустили. Ой, какая здесь хорошо. Ну, такой здесь пляж. Здесь колючек нет. Здесь можно и босичком, и собачкой. И детки здесь бегают, гуляют. Здесь не страшно. А вообще, колючек вот здесь между этими базами, пляжами. Очень много. А у нас в лагере кто чем занят?
ночи. Доброе утро. Доброе. Доброе. Так, тут вяжут. Светлана Александровна, доброе утро. Доброе. Здесь постельки застилают. А где Марюша? Не знаю, гуляет. А, Марюша гуляет на где-то. А, на сумке. Вот уже. На вот наша Марюша, смотрите. Вот Марюша. Марюш, привет. Привет. Как ей здесь нравится. Гуляет, ходит, охраняет. Не дай бог, кто-то пройдет. Да? На сумочке лежит, нравится ей. Миша еще спит наш. Рано еще, еще 8 нет. Ну все, кофе будут угощать? Да. Нормально, хорошо. У нас завтрак, друзья. Миша, иди завтракать будем. И на... А, завтрак. И на завтрак у нас окрошечка. Бабулечка с нами. Все, Мэричка здесь. Ты что, за меня спрятался? Да. Спина горит. Спина горит? Спина. Хоть и ветер, но солнце, конечно, жарит по-детски. Фух, сегодня тоже здесь под деревцами сядем. Марюша пришла. Александровна. А, друзья, будем сейчас заканчивать это видео со вчерашнего дня. Но очень хочется поздравить всех шахтеров. Сегодня последнее воскресенье августа. День шахтера. У нас в регионе это, ну, скажем так, очень и очень большой праздник. И пожелать всем шахтерам, чтобы их спуски, количество их спусков в шахту всегда равнялось подъемам. Чтобы всегда вы видели солнце. Всем мира, добра, благополучия. Все, друзья, мы идем купаться, идем отдыхать. А вам пока. Далее будет. Здравствуйте. Вы купаться? Да. Вот, все. Вы тоже сегодня будете в нашем ролике. Всем привет. Откуда? Артемовску. Артемовску привет большой. Мы. Ай-яй-яй. Донбасс поздравляем с праздником. Да. Мы весь Донбасс. И не Донбасс. Только. Не только Донбасс. Есть другие регионы, шахтеры. Львівугілля. Так. И на Западной Украине есть. Шахтари. Так. И за границей есть. Везде. Всех шахтеров. Сегодня. С праздником. С праздником. Идем шахтеры. Все, пока мы идем купаться. А вы подписывайтесь. Пока. Подпишись вот сюда. На вот этот.